Всем огромнейший привет, друзья! С вами Айс, и у нас сегодня первый взгляд на такую игру, которая называется Lost Ember. Поехали! Без лишних слов и предисловий. Если нам игра зайдет, то будем ее стримить. Применить. Ничего конкретного об игре не знаю. Ну, тем лучше. Я люблю так. Когда я ничего об игре не знаю, и что-то меня цепляет в ней только. Вот что-то цепляет, и хочется посмотреть ее. Сейчас мы с вами увидим, достойна ли она звания игры для стрима или нет. Вода. Где-то вода. Дружба. Пролог. Вода будет вести нас. Огонь освободит нас, а свет приведет нас домой. Это твой путь в город света. Когда ты сомкнешь глаза в последний раз, то поднимешься к свету, как искры от огня. Все, кто следовал заповедям Янрана, будут приняты. Остальные, их выбрасывают в этот мир, как диких зверей. Затерянные искры. Эй, вернись сюда! Калани! Калани! Интересное начало, интригующее. Мне прям это уже нравится. Графоний прикольный. Такой теплый, мягкий. Прошу прощения, может, ты мне поможешь? А? О, привет. Мне нужно, чтобы кто-то... А. Неужели меня вообще никто не понимает? О, доброе утро. Может, ты мне поможешь? Обещаю, это ненадолго. Ничего себе. Вы представляете? Это вообще как? Я не хочу с ним разговаривать, это слишком странно. И стрёмно. Говорит лиса. Ну ладно, или волк. Спасибо. Это в пещере, там, внизу. Я буду сразу за тобой. Я тут торчу уже целую вечность. Ты первая, кто согласился мне помочь. Я должен быть в городе света. Знаешь о таком? Это место, куда попадают все души истинных Янрара, когда умирают. А меня здесь всю целую вечность держит барьер. Я не понимаю, почему. Мне кажется, у меня остались незаконченные дела. Я уверен, что этот амулет как-то связан с этим. Сна можно как-то камеру отдалить? Мы даже, смотрите, можем сесть, посмотреть реликвии. Легендарные звери и даже грибы. Офигеть. А камеру, видимо, мы отдалить никак не можем, да, к сожалению. Или можем? Ну-ка, мышка, мышка, мышка. Не, не можем. Слишком близко просто к нашему, к нашей лисице. Камера расположена. Не могу объять весь этот великолепный мир. Мне очень нравится графика в этой игре. Такие теплые цвета.
Прикольная. Мне кажется, очень тихо. Вот так вот. Эффекты, наверное, тиховаты будут. Громкость голоса, наверное, тоже тиховато будет. И общую громкость надо тоже повысить. Я сюда не забегал в звук, потому что думал, ну обычно тут стоит все на максимум. Вот, чтобы вы тоже слышали эти эффекты. Надеюсь, вы их так слышали, но сейчас будет лучше слышно их. Эти шелестые звуки леса. Как я понимаю, ну хотя это может быть не факт, но это такая созерцательная игрушка. А я очень часто, вернее, очень иногда и очень выборочно люблю поиграть в такие игры. Как Райм, ну она не совсем зарицательная была. Но почему-то вот сейчас вот не вспомнился Райм. Очень крутая игра с такой концовкой еще. Ну что, побежали. Не хочется тут бегать пока что. Хочется посмотреть как раз. Что, как, где и почему. Вот. Мы на месте. Играю специально на геймпаде, чтобы не совершать резких движений. Видишь этот амулет? Can you get out? А, можешь его достать? Ох, спасибо. Let me see. Так, посмотрим. Уж не помню, когда я последний раз читал What письмена. Что тут написано? Калани? Нет, меня звали не так. Maybe this isn't my body, Может, это не мое тело? Но это имя мне знакомо. What? Что? Это ты. The amulet. Амулет. That's Kalani. Это Калани. Wolf, Волчица, ты. It's time you reach the Настало время light найти тебе долгожданный свет. This lost ember Этой затерянной искре нужна твоя помощь. Let this aid Это поможет you тебе on your в way. Твоем путешествии. Это не лиса, это волчица. Будем знать. Wolf, Волчица, что это была ты? Were you В прошлой жизни ты была Калани? Ну тогда это значит, что you were banned from the city тебя of не light. Пустили в город света. You're the lost ember. Ты затерянная искра. Maybe I can help you Может, reach я помогу the тебе попасть в город light, света, если ты поможешь мне? A true Yanran Дух истинного Янрара и затерянная искра бок о бок. Позвать слушателя? Я мало что помню. Sure Но я уверен, что вместе мы во всем разберемся. Найден реликвия, один из 77. Больше информации доступно тут. Амулет традиционный, блин, традиционный именной амулет Янрара. Дети получали свой первый амулет во время ритуала посвящения, когда становились полноправными Янрара. Этот амулет сделан очень плохо и больше похож на современный. Понятно. Так, мы можем прыгать? Да, мы можем прыгать теперь. Это метка на тебе. Что это? Что это что-то значит? Полагаю, мы это узнаем. Так, это стелс. Это стелс. Но это сесть, спрятаться. Видимо, ползти. А камеру я так и не могу отдалить, да? Да, к сожалению.
Просто когда игра созерцательная, я люблю, чтобы камера была как можно дальше от персонажа, если что. Хотя я думаю, что она не совсем будет созерцательной все-таки. Но бегать пока совсем не хочется. Пока хочется наблюдать. Рассматривать этот мир, он действительно прикольный. Но чтобы вас сильно не томить, я все-таки немножко пробегусь, наверное. Чуть-чуть. Так, мы можем запрыгнуть на это дерево? Ну-ка. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, волчица. Ты же волчица, блин. Да ладно, ты не можешь запрыгнуть на это дерево. Я не поверю в это. Ты же настоящий волк. Почти получилось. Вот почему я не люблю еще такую камеру. Ну ладно, на дереве ничего нет, как мы видели. А вот теперь нужно совершить длинный прыжок, видимо. Или повалить дерево. Тебе нужно как-то перебраться на другую сторону. Подожди, я попробую тебе помочь. Блин, прикольный волк. О, брондуки, барсуки. Я нашел только этих двоих. Волк. Волчица, твоя метка, смотри. Что происходит? Волчица? Вау! Как тебе это получилось? И звери, звери, это круто. Ты душеход. То, что ты сейчас сделала, это душехождение. Легенды Янрана рассказывают о тех, кто одной ногой стоял в свету, а на другой на земле. Может, тебя изгнали из города света по ошибке? Нам нужно узнать о тебе больше. Ну, пойдем. Душеход. Нет, это прикольно, честно. Я хочу посмотреть, что у нас в норе в этой делается. О, гриб. Грибок. Мухоморка найдена. Пятнистая корона. Стильный, но ядовитый. Янрара делали из него крепкий напиток по особому рецепту. В сочетании с козьим молоком он помогал пережить трудный день. Такие няшные пузатые мы, смотрите. Оба-на, то есть я могу из... Да не, ну... А я хотел назад волка как бы переместиться, но, видимо, это сейчас не... Невозможно. Не, ну игра прикольная. Пока что мне нравится очень. Она такая созерцательная, но я думаю, что экшон там тоже будет потом. Созерцательно сюжетная, где есть подумать о чем-нибудь. Вот это то, что я прям хотел, наверное. И пока что я, правда, не знаю, стоит ли эту игру на стриме проходить. Может быть, да. Время от времени нажимаете туда, туда или туда, это позволит вам увидеть, как некоторые животные едят ягоды. И что? И далекие создания. То есть я тоже могу жевать ягоды. Прикольно.
Только для чего? Наверное, для того, чтобы пополнять жизненные силы или силы энергии вот этой, которая нам заряжается. Это любопытно. Ладно, давайте немножко ускоримся. Тут бег не особо быстрый у него все равно. Этого милого пузатика. Оба. Это, видимо, подгрузка какая-то была только что. Так, если мы сейчас так нажмем вниз. Ничего не будет? Нет. Мы выходим из этой пещеры куда-то на луг. Ух, классно. Солнце светит, жизнь кипит. Ух, красота. Ну, реально красиво. Согласитесь. Запись, конечно... А, только вот начало. Запись, конечно, не передает все красоты игры. Особенно если у вас там 4К, наверное. Вы можете вернуться в форму волка в любое время. Мы приближаемся к барьеру, лежащему свет. Я здесь уже целую вечность. Может, тебе удастся сквозь него пройти? А как мне в любое время вернуться в форму волка? Что нужно для этого сделать? Ага. Спасибо! Спасибо, малыш, то, что помог нам. Блин, красиво, очень красиво. Графон я специально выкрутил на максимум, что тут позволяет. Благо, вроде игра у меня не тормозит с этим. Хорошо оптимизировано, в отличие от того же Райма. Мне нужно было кое-что убирать из-за того, что игра начинала дико тормозить. Не, ну это очень круто. Это реально круто. Я могу наслаждаться, в принципе, любой графикой, как вы знаете, 8-битной, если там что-то прикольное есть. И современные, это очень классно. И музыка хорошая. Трава, цветы, вообще все классно. И, соответственно, в виде любое животное мы можем в него переходить на время, чтобы с помощью этого преодолевать какие-то препятствия. Круто, очень. А почему волчица? Потому что она раньше девочка была, мне показалось, что там мальчик убегал. Ну ладно, это не важно. Скорее всего, нужно идти вот к тому розовенькому дымку. Ну блин, неохота. Неохота. Хочется бегать, блин, по этому лугу. Гоняться за этим огоньком, не знаю. Практически ощущаю запах травы. Прохладу эту утреннюю, кажется, или вечернюю. Бывает, нападает на меня какое-то такое меланхоличное чувство, наверное, и желание поиграть вот именно в такие игры. И сейчас желание и игра прям совпали полностью и нашли, наверное, друг друга. Оба. А что, я не могу вниз спуститься таким образом? Нас почему-то не пускают вниз. А! Это странно. Ты это видишь? Это огонь.
Это огонь? Давай узнаем. Ну, какой-то он для огня слишком няшный, нет? Не находите? Странно, что я не мог сразу спуститься вниз. Нужно... Пришлось это все отбегать. Это небольшой минус. Пока что единственный. На самом деле... Не, ну реально красивый мир. Понятно, что... Только красивым миром рано или поздно ты насытишься. И нужен еще и хороший сюжет. Ну, для меня, прежде всего, сюжет в такой игре. Потом уже геймплей. А для кого-то наоборот. Не суть. Ну, пока что я бы эту игру действительно постримил. Я понимаю, что она, наверное, будет очень недолгая. Ну и что, за 2-3 стрима мы ее осилим. Тогда уж. Сломанный молоток. Давайте почитаем. Вот что происходит, когда сильные люди используют хрупкие орудия. Да... Солнце все-таки садится, как я понимаю. Или мы в тень забежали. Непонятно, какое сейчас время суток. Это что-то интересное. Что это? Почему мы видим прошлое? Волчица, это благодаря тебе? Да, видишь эти амулеты? Это Янрара. Наш народ. Дети Императора. Как думаешь, куда они шли? Ребенок. Выкидыш. Или нет? Это просто узелок. Котомка. О нет, разбойники. Постой. Это Калани. Волчица, это снова она, то есть ты. Пока что не очень понятно, почему она. Значит, ты была разбойницей. Полагаю, это как-то связано с тем, почему ты не можешь попасть в город света. Если мы сможем разузнать о тебе побольше, я уверен, смогу помочь тебе туда попасть. Что? Как это произошло? Это было воспоминание. Волчица, как думаешь, что это значит? Я могу выйти? Ну-ка, давай попробуем. Прикольно это сделано. И такие крючки, знаете, сюжетные. Почему, зачем и кто. И как. Которые меня, походу, поймали. Потому что мне интересно. Что дальше будет. Ну вот, видимо, я нашел игру для стрима. Хотя, опять же, не знаю, будет другое, может быть, настроение сейчас, состояние. Эта игра мне бы показалась бы скучной. Ну, пока она меня заходит прям вот очень хорошо. Надо подумать только еще, стримить ее или записывать. Наверное, все-таки постримим. Совместив приятное с полезной. С полезным. Ха, у тебя получилось? Я свободен? Волчица, я свободен! Теперь я могу помочь тебе найти город света. Пойдем. Да, только я не смогу тут, видимо, пролезть, потому что у меня нету формы. И перелезть тоже не смогу. Или смогу? Мы же волчица. Мы же можем прыгать. Только вряд ли по стенам, да?
Продолжаем созерцательство. Я постараюсь меньше, может быть, ходить, больше бегать, чтобы вас сильно не напрягать. Моих любимых, дорогих зрителей, кто будет все-таки это смотреть. Хотя, кто будет смотреть, тому, может быть, тоже нравится именно медленное созерцательство в этой игре. О, рыбок. Больше информации в меню грибов. Но это мы уже читали о грибах. Это одни и те же мухоморки, грубо говоря. Средоточение ЛБ. Я не то сделал, молодости. Там было написано зажать А и катиться, но... Вот таким вот образом. Прикольно. Прикольно, реально прикольно. Посмотрите, какая милота. Хочу вернуться назад и посмотреть, могу ли я там протиснуться. Помните, там маленький проход был такой. В камнях вроде как. Где-то же он был, или мне показалось. И он слишком махонький. Для этого нужно превратиться в какую-нибудь мышку маленькую. Или ящерку. Но никак не в такого пузатенького милашку. Какие-то цветы. Прекрасно. Привет. Что-то там один пузатик забыл. Так, катиться с помощью... А, зачем нам нужно катиться, интересно? Для чего нам это надо? Это, видимо, чтобы прокатиться в нору вот в эту, да? Может быть. Хотя, по идее, мы и так можем сюда забраться. Вот чтобы, типа, быстрее прокатиться по норе. Вкусняшки. Вкусняшки. Давайте и сюда заберемся. Вот, наверное, грибок будет какой-нибудь, нет? А, это просто два выхода. Одной и той же норы. Ну, правильно, если одну нору засыплет или, не знаю, подожгут, есть всегда возможность выбраться во второй выход. Умные маленькие зверьки. Давайте волчицу превратимся назад.
That's the bandits again. Опять эти разбойники, куда они идут? А как сохранить игру? Вот я что-то начал задумываться об этом и только сейчас, на самом деле. Что игру-то надо как-то сохранить. Видимо, она как-то сохраняется автоматом, естественно, куда-то. В каких-то моментах. Наверное, заканчивать уже пора в первый взгляд. В принципе, все, что я хотел, я увидел. Да и любой, наверное, человек уже увидел, что, в принципе, ждать от этой игры плюс-минус. И теоретически понравится ли она ему или нет. Ну, шум прибоя. Там вода где-то, море. Ледопад, вернее. Что они делают? Они просто сбрасывают все в реку. Да, мы сейчас превратимся в птиц. Я тяни с ЛТ. Любопытно. Зачем эти разбойники сбрасывали просто свою добычу в реку? Видимо, у них там схрон какой-то, что ли? Или что-то типа схрона? Парим на озеро. Можем даже превратиться вот в такую маленькую, смотрите. Утенка, не знаю, цыпленка, гадкого лебедя. И взгляд, видите, какой у него сразу становится. Не, ну прикольно. И вот опять это маленькое. Маленькое пузатое. Существо, которое пришло воды попить, видимо. Оно тоже может плавать. Причем достаточно быстро плавать, смотрите. Надеюсь, у нас все-таки сейф вот какой-то будет. Контрольные точки же есть. О, они сплавали украденные бочки по реке. Ну куда? Это вопрос, на который у нас нет пока ответа. Смотри, барьер, который мешал мне пройти. Он исчез. Он не исчез, а стал еще больше. Волчица, я не смогу пройти, пока мы его не разрушим. Как нам удалось сделать раньше? Разрушители барьеров, блин. Но я пока не хочу разрушать барьеры, хочу сбегать вот сюда и посмотреть, что у нас наверху отсюда. Какой вид открывается, во-первых. Ух. Красота. Давайте попробуем разрушить этот барьер, хотя не факт, что у нас это получится сделать. Ой, далеко не факт. Wolf, come back here. Волчица, вернись. Да, то есть я могу проходить через этот барьер, но я его не могу разрушить. И чтобы его разрушить, нам нужно, видимо, воспоминание еще какое-то восстановить.
Бежим к огню. Раз он называет его огнем, давайте мы будем называть это огнем. И там, скорее всего, мы увидим что-то еще. Ой! Да. Волчица, к сожалению, не умеет так прыгать. Я просто не увидел обрыва. Вот и все. The bandits' camp. Did you live back here? Это она, что ли? Похоже, ты была их предводительницей. Амазонки, блин. Видимо. Потому что это одни бабы, походу. Хотя, это не факт. У них одежда может быть одинаковая. Старая одежда, она похожа. А, это кто? Her name. Ну, где написано имя? Вейла. It's Wayla. Дочь, сестра, дочь, скорее всего. See? Видишь? You weren't all bad. You did care for her. I'm sure there's a way. Я уверен, ты можешь купить свою вину. Она была тебе важна. I think that did it, Wolf. Слышала? Похоже, получилось, волчица. Пойдем проверим барьер. Блин, это прикольно. Это реально прикольно. Ой, ну понятно все. В образе волчицы нужно оббегать. Да, барьер треснул, смотрите. Восстановив воспоминания, мы рушим барьера. Ага, у тебя получилось. Опять получилось. Да ладно. Wolf, your memory of the past. Волчица, твои воспоминания. I think I know why I'm Мне кажется, here. Я знаю, почему я все еще здесь. I'm your spirit guide. Я твой дух-проводник, я должен помочь себе попасть в город света. Они наверняка поняли, что у тебя тоже есть что-то хорошее. Поэтому я не могу пока попасть в город света. Ну, классная игра, я не очень понимаю, правда, где у нас сохранение. А давайте мы это проверим. Загрузить контрольную точку, да? Может, даже назад просто вернуться к контрольной точке, которая у нас последняя сохранилась. Сейчас мы узнаем, где мы типа сохранились. Мне кажется, когда мы ломали барьер или когда было воспоминание, но может быть и нет. Просто пора уже заканчивать первый взгляд, он так затянулся. Да, смотрите, вот тут вот. Ну что ж, спасибо огромнейшее всем, кто смотрел. Я с удовольствием пройду эту игру на стриме. Пишите свои мнения по этому поводу. Стоит, не стоит. Хотя, наверное... Да не, она прикольная. Она реально прикольная. Всем спасибо. С вами был Айс. И всем пока.